Всем привет! С вами Пенни Прец. И сегодня я снова на Изи Дропе. Сегодня второй день, когда я отдыхаю от Кейс Батла. И посмотрим, чем же этот день сегодня будет замечательным. В общем, 250 я на баланс закинул с промокодом, который нашел у себя в комментариях. Ребят, кстати, напоминаю, у меня есть свой промокод на Изи Дроп, пополняя который вы получите плюс 30% к балансу. А также я жду, что вы будете скидывать свои промокоды в комментарии. Если вы подписчик, вам будет приоритет. То есть, и если я вашим промокодом не пополнял, то я им обязательно пополню баланс. А вам за это будет какая-то плюшечка. В общем, все так. Еще также напоминаю, что сейчас на канале у меня проходит воскресный розыгрыш. Все условия по розыгрышу вы можете будете прочитать в описании под этим видосом. А я, короче, на изике. Есть фришка. О, надо водички бахнуть, прежде чем мы будем открывать. Чтобы горлышко не першило. Я сегодня депал с утра, поэтому у меня был доступен второй кейс. И я чуть позже покажу, что с него там выпало. Вот, давай посмотрим, что выпадет с первого. Откроем. Откроем, посмотрим, что выпадет с первого. Ну, типа грозы, да? Гроза. Ну, блядь, мог бы хоть солнце в знаке льва дать, что ли. Что ж ты такой жмот-то такой? Что ж ты такой жмот? Спираль. Ух ты. Что-то новенькое, да? Хера себе. Ты чё это, Изи Дроп? Ты чё сегодня? Ты вообще здоровый? Ты вообще здоров сегодня? Давай на фальшионе остановись. Стой, сука. Падла. Вот. В общем, чё мне выпало сегодня со второго фрикейса? Та-дам! Вот эта эмочка. У меня была вот примерно такая реакция. Когда она, короче, выпала, я подумал, что... Чё такое случилось с Изи Дропом? Он, наверное, заболел, у него температура, он не справит. Но потом мне выпало две вот этих грозы, я понял, что с Изи Дропом все в порядке, и он в своем репертуаре. Причем вот эти две грозы, они, сука, эти по 2.50 стоили, а эти уже по рубль 70. Что за херня-то? Вот. Но у меня есть еще бонус с колеса, который мне позволяет открыть два кейса по 49 рублей бесплатно. И, соответственно, что я открою? Конечно же, я открою Сорви Куш, потому что я до сих пор пытаюсь проверить его, сорви он куш или не сорви он куш. Я все-таки пытаюсь сорвать куш в кейсе, который называется «Сорви куш». Но пока что мне только хуй какой-то выпадает. Даже нашивка не выпала. Поняли? То есть, блядь, за бесплатно. То есть, когда ты бабки тратишь, тебе хоть что-то путь не выпадает. А за бесплатно открытие тебе выпадает просто хуй. Короче, вот. Знаешь? Байт полный. Ладно, мы тебя вот оставим. Мы вас оставим по причине того, что мне нужно будет сделать сливные контракты. Ой, контракты, апгрейды. Так, а вот теперь давай проверим за бабки, что он выдаст. Что он выдаст за бабки, если открыть его за бабки. Давай проверим. Слушай, ты меня бесишь, сука, с этим колесом. Как же ты меня бесишь уже, заебало. Что выпадет за бабки? Нового. А, ну, в принципе, нихуя нового. Ну, нового, нихуя нового. Ну, понятно, хоть за бабки, хоть без бабок. Хоть за детки. Так, давай по вот этим пройдемся. Наклеечка. Ёб твою мать, мне еще 5 дней терпеть эти знаки. Чё ты... Отменись куда-нибудь, отъебись, спрячься вообще. Сколько ты стоишь? Ой. Не надо мне с тебя еще пробовать наклейки. Серьезно. Давай случайка. Что мне, какой там бонус мне надо заюзать, использовать, чтобы ты исчез? 5-7, да? Нет, револьвер, ё-моё, за 11 рублей. Ну, за... Тут маленечко X2 слился, поэтому не так страшно. Чё ты, давай, камуфляж. Давай, пройдемся по вам. По всей перхоти подзалупной пройдемся. Чё-то... Ну, ты мне, конечно, даймё там выдал. Ты мне выдал даймё, какой тут рассчитывать. Чё, слушай, вообще, чё за хуйня-то? Изи Дроп, ты вообще, что ли, охерел, блядь? Так, это какой я камуфляж открывал? А чё, бомжара? Ну... Или, подожди, какой я... Ну-ка, откуда это мне выпало? С какого кейса? Кейс камуфляжный, да, по-моему, выпало? Это же с камуфляжного выпало. Ты... Да, с камуфляжного. Ну, тогда давай бомжа. Ебать, бомж, ты-то хоть меня. Поняли, вообще прям один чистый серый. Один чисто серый ширп летит. Просто летит один чисто серый ширп. Он мне выдал, и все. То
то, что он, короче, на меня обиделся, нахуй. То, что я вчера у него вынес, так, тебя я уже пробовал, поэтому ты иди в пинду, короче. В пинду и в Красную Армию иди. Так, что мы попробуем? Какие бы еще это сражения мне не интересны. Так, а что если популярные кейсы, пользователь, 100% окуп, ну-ка. Ну давай, сейчас оксидное пламя хоть выбьем отсюда. Давай, я не знаю, чей это кейс, короче, ну, чувак, за оксидное пламя. Респект тебе и уважуха. Вот так-то. 12 рублей, отчешуеть. 12 рублей. Так, ладно, я, короче, все, в пизду. Тут самые окупные кейсы, которые меня тут окупали, это чисто ширпокейс. Все, это чисто ширпокейс. Мы открываем сразу десяток. Сколько рольчанский? 5 минут. Нормально. Нормально. Там 5-6 минут идет. Сейчас мы целую полосу ширпа получим. Чудесно, да? Ширпа на 7. А, что-то... Да ладно, что-то... Что-то выпало. Что-то выпало. Так, сейчас подожди. Так, мы вот этот продадим. Рублевый продадим. 5-рублевики мы оставим на то, чтобы... И 7-рублевик. И вот это вот оставим, да? То есть, ну, смотри, так-то он, конечно, выдал мне, в принципе, выдал. Так, попробуем еще. Мне эти контракты нужны будут, чтобы я их из них мог сделать сливные. А у меня что-то сегодня путнего-то дропа никакого не выпало там, чтобы особо-то там что-то вытаскивать. Ну, вендетта хоть тут будет, да? А вендетта и фиолетовая. Смотри-ка, еще что-то выпало, да? 65 рублей что-то выпало. Так, 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 4 мы продаем. Вот это мы продаем, тебя продаем и тебя продаем, а это пока оставляем. Так, еще, смотри, что-то он подвыдавал. Так, раз, два, на три. Если я считать не разучился, значит, на три контракта хватит. Ну, вот тут стой, не стой, да? Ну ладно, я тебя понял. Какой-то револьвер тут, блядь, сочнянский такой выпал, да? Все, это мы заберем. Так, нет, мы это не заберем. Так, что у нас тут? По контрактам, что тут у нас есть? Подожди, а откуда у меня гроза такая за рубль 70? Ну-ка. Зачем мне гроза такая? Так, доступна для продажи. Зачем мне гроза за рубль 70? Иди нахер отсюда. За 2... Сейчас мы побалуемся. Так, а что вообще по сумме-то у нас? 555, но это с учетом того, что это 348 стоит. То есть, как бы, ну, 200. Ну, да, я не окупился. Я пока не окупился. Так, апгрейды. Ну, как бы это просто прикол, короче. Так, давай мы вот это все серое. Вот это вот все серое, что у нас есть. Вот это и вот это мы закинем в контракт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук получается. Можем до 127 выбить. Ну, мы как бы от 7 рублей там, да, что-то. На 30 рублей у нас получилось. На сколько выбьем, посмотрим. Как бы изич он вообще плохо контракты дает. Капец, как плохо. Нихуя себе, блядь. Китбэч. Ну, не, ну ладно, изич. Слушай, он, посчитай, он по максимуму дал. Он практически дал по максимуму, охуеть. Надо было самые дорогие закидывать. Ну, это так не работает, короче. Это так не работает. Ну, а теперь в апгрейды мы летим. Сейчас мы летим. Тут в апгрейды летим. Так, мне надо сейчас тебя. Тебя я ставлю. Я ставлю тебя. Да, ну, как бы, да, по X10. Вот, Осирис. 10% пытаемся ловить. И у нас это не получается с первого раза. Ну, я сейчас просто сливаю. Поэтому вот это все как бы... Так, давай теперь тебя. Ну, два скина вот эти точно на вывод. А там посмотрим, что получится. 10. Ну, давай вот сигнал. Не, сейчас что-нибудь 10% зайдет. Это, конечно же, огонь. Но оно не заходит пока. Пока не заходит. Тут просто особо-то... Сегодня ничего такого и не выпало-то, что сок-то какой-то, чтобы из этого получился. Так, параллакс. Ну, можно, в принципе, попробовать доталово все 10%. Все 10% можно попробовать доталово, потому что, ну, окуп есть. То есть сколько, ну, окуп, какой бы он ни был, он есть там, да. То есть поэтому можно попробовать доталово.
что получится. Угу. Ну, сейчас зайдет, да, значит? Ну, ладно, сейчас так, сейчас. Ну, за 100... Ну, зайдет скин за 130 рублей, ну, черт с ним. Тоже бабки. Тоже бабки, тоже детки. А, нет, не зайдет. А я-то уж... тут раскатал губищи-то свои. Губищи-то, губоньки свои раскатал. Губочки, губешечки. Виктория, как бы ты мне... Вот, вот это прикольная эмка. Ну давай. Шо ты тут? Мемкнешь меня, эмка. Мемкнешь, не хочешь мемкать, да? Ладно. У меня еще два скина есть. Есть еще два скина. Ну, давай толпу. Давай толпу. Давай. Толпу давай. Сука. Есть. Аллилуйя. Ну, сука ты. Быдло, блядь. Че, еще на десяточку давай. Слабо тебе, сука, еще. Изич. Спорим, что тебе слабо еще мне один на 10 выдать. Кто был прав? Я был прав. Ну-ка, смотри. Подожди, может вот эту попробуем мы на 50% запиндюрить? На 250 давай поставим. От... Ну и чё? Тут, в принципе, таких сочных скинчика нормальных там, да, выпало. Нет, мне надо 250. Чё вы мне там, блядь? Чё вы мне? Ну, давай вот еще вот. Вот такой, да? 43%. Ну... Давай попробуем, давай. Шоп ты. Шоп ты. Ну вот и все. Все, больше я пробовать не буду. Пробовать я не буду. То есть, в принципе, нормально, что, нормально. Нормально. Так, доступны для продажи. Сколько это у нас получается? 762 рубля. 250 был деп. 762 я забираю. X3. Вчера X2, сегодня X3. Если дальше пойдет по нарастающей, то есть, в принципе, я готов. Которая надпись у меня постоянно выскакивает, читать ее и дальше. В общем, так, нет, мы не продаем. Запросить с маркета. Ребята, в общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, используйте мой промокод, скидывайте свои промокоды. И, конечно же, участвуйте в розыгрыше, который у меня проходит. Всем пока и до новых встреч.